Улан-Удэ получил диплом смотра конкурса «Город, где хочется жить». Его проводит Международная ассамблея столиц и крупных городов. Столицу Бурятии наградили сразу за два проекта, а именно за организацию клуба замещающих семей и за разработку сервиса «Активный горожанин». Мне доверена почетная миссия передать вам, уважаемый Игорь Юрьевич, диплом и самые теплые слова поздравления от организаторов конкурса. Дальнейших успехов, продуктивной работы, новых идей и достижений на благо наших горожан. Спасибо. Как всегда, как и положено. Это заслуга нашего города. И хотелось бы, вот как в дипломе написано, город, где хочется жить, у нас это свершилось. Спасибо, Александр Васильевич. Отметим, конкурс проводится уже 11-й год подряд. Его миссия – сохранение и распространение положительного опыта городов России.